Всем привет, с вами снова Атлантис 3570, и сегодня у нас очередной выпуск журнала Танк Т-34-85, 29 по счету. Ну, давайте приступать. Как я думаю, вы помните, если, как говорится, не помните, то сейчас увидите и вспомните. Потому что в этом выпуске у нас очередной баг. И при том, кстати, не задний параллельный, а видите, со смещением. Здесь еще один должен быть. Вот. Не вот этот, как тот, напротив, а вот этот. Ну, сборка опять очередного топливного бака. Фотки 76-ок. Немчики наши. Труселях. И в следующем выпуске у нас что это у нас будет в следующем выпуске? Хороший вопрос. Пила. А, это у нас эти накладки пошли уже на корпус. Пила, но хреново поработана, нету зубцов. Ну или типа имитация, что она в чехле. Плюс винты и плюс шпор грунтозацепная. Три штуки. Интересно, где у нас тут пила-то это? Пила на корпусе. Где она находится? Наверное, с той стороны, может быть. Ну ладно. В следующем выпуске мы это... узнаем с вами. Так, давайте приступим. Как-то раньше оно срывалось с этих заклепок, блин. Хотя это не заклепки, конечно, это эти качели, забыл как называется, от степлера. Скобы, во. Ну, все равно. Так. Давай, вылази. Так. Ту-ту-ту-ту-ту. Я сейчас немного, ребята, спешу. Вот выкрал для вас свободную минутку, чтобы для вас записать видео. Давайте по-быстрому запишем. И я уж проехаю по делам. Так, как ты у нас тут должна была становиться, или ты крепишь? А, ты же крепишься этими, точно, что-то я. Этими. То есть, значит, получается вот так вот. А, ну ладно, так, у нас здесь одни винты, да? Да. БПшки. Две БПшки у нас в подарок. Ладно, одна осталась, как подарок. Пускай пока что полежат. Так, эту надо немного выпрямить, как видите, она кривоватенькая. Так. РФ. Так. Я хоть и говорил в прошлом выпуске, что не буду пользоваться этими магнитными отвертками, но... что-то как-то я забыл достать пинцет, так что отвертка сейчас самое оно. Хотя оно и без пинцета он здесь вставляется. Так. Дальше. Дальше. Ну, дальше у нас оно вот такое. Или не вот так вот. Или все-таки вот такой, наверное, да? Да. С этой вот круглой трубкой сверху, значит... И как у нас получается? Получается, топливная крышка у нас сзади, да? Правильно? Да, правильно. Интересно, у оригинала также сделано или...
Просто они одними пресс-формами пользовались. Им было западло делать зеркальное отражение. Будет посмотреть. Так. Дальше мы установим. Мы можем с вами как установить туда, куда надо, так установить и сюда. Чтобы было одинаково. Ну, раз сюда, значит сюда. Зачем идти против правил, как говорится. Хотя, как говорится, правила для того, чтобы их нарушать. Но не все. Может, они просто сделали так, чтобы, знаете, чтобы не казалось нам, что мы одно и то же прямо напротив друг друга ставим. А может быть, там что-то будет еще как-то крепиться. И этот бак на том месте будет мешаться нам. Из-за этого сначала будет ставиться бак сюда. Что здесь? Так. Надо еще думать, какие у них были гнусные мысли на этот счет. Ну, пока что, как видите, ребята, не сказать, что прям мы... Да, блин, попадишь ты. Мы прям какие-то аховые вещи собираем. Ну да, собирается у нас всякая вот обвесочка. Да, вот у нас уже есть эти, которые мне надо. Кстати, а если попробовать сейчас прям просто ослабить петлю и вытянуть ее немного вперед. И ее же закрутить, а то я каждый раз хочу это сделать. Раз мне все некогда. Ну и здесь еще так уже фигатню сделать. Сейчас, ну что у нас получится? Вряд ли сейчас что-нибудь нормально получится. Ну да, она там так же стала. Или даже может еще хуже, может лучше. Может наоборот надо ее поближе сюда сдвинуть. Ну, короче, вот такая вот у нас, ребята, с вами уже конструкция. Как можете заметить, в следующем у нас в номере будет пила какая-то двуручная для веселья. Не, вот так еще хуже стало. Ладно, пофиг, потом сделаем. Так, у нас уже есть с вами два бака. Остался третий сюда. Ну, есть люки, выхлопные трубы, вентиляция, фары, буксировочные крюки, дополнительные гусеницы запасные, люк водителя, вот эта вот штука, которая болтается, которую надо, может, как-нибудь закрепить. Хотя сам штырь прикручивается, может, она так и должна болтаться. Короче говоря, вот так вот. В следующий раз у нас будет пила, а потом, небось, опять бак последний, потом еще что-нибудь. Блин, я жду, когда мы будем ванную собирать с катками, вот это будет интересно. Ну, на данный момент вот так вот все, ребята. Спасибо всем за внимание, надеюсь, вам понравилось. Так что, как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Так что, всем счастливо, пока и до встречи.